Толик встречает свой день не дома, а в окружении чужих стен. Его привезли сюда еще в январе. За это время родная мама даже не вспомнила о сыне. Мальчишка очень грустит, тихонько перебирает игрушки. Вспоминать о прошлом не любит. Говорит, что все хорошее еще впереди. А вот если бы все-таки у тебя появилась новая мама, какая бы она была? Красивая, добрая. Воспитанная. Мальчику 9 лет, он учится и понемногу привыкает к совершенно новой для него обстановке. Толя мечтает о своем доме, а еще маме, папе и котике. Толя, что будем рисовать? Свой дом и человека. А вот дядю и тетю, это ты маму с папой нарисовал? Да. Есть у него увлечение, это лего. И Толик уже точно знает, в будущем станет строителем или полицейским. Он очень любит своих друзей, а еще пинать мяч на улице. У меня 3 человека есть. Ну, Эльдар, Кирилл и Вова. Ну, они очень хорошие человеки. Я с ними играю, иду в парк. Я люблю играть в лего и хочу стать строителем. Воспитатели мальчишку полюбили, но родительской любви и родного дома это не заменит. Обучается в 1 классе по общеобразовательной программе, старается, делает успехи, с ребятишками дружелюбен, играет вместе с удовольствием. С воспитателями тоже нашел сразу контакт, замечаний практически у него нет по поведению, что очень радует всегда. Ну, конечно, этому ребенку нужна семья, нужна мама, папа, потому что каждый ребенок мечтает о родителях. Толя верит, что еще немного, и мама придет за ним, а он будет ей во всем-всем помогать. А что мама будет в этом доме делать? Убираться. Так, что еще? Готовить завтрак.